Добрый день, уважаемые налогоплательщики и коллеги! Вашему вниманию представляет новость налоговый консультант Евгений Сивков. Сегодня мы поговорим о том, как не стать жертвой финансовых махинаций и сохранить свои средства в полной безопасности. Вы знаете, в мире финансов иногда бывают такие виражи, что даже опытный гонщик отдохнет. Поэтому наше первое правило – всегда быть начеку. Центральный банк Российской Федерации дал рекомендации, как распознать компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Помните, информированный – значит вооруженный. Платформа «Знай своего клиента» – ваш лучший помощник в оценке рисков. Она поможет определить, относится ли ваш контрагент к категории высокого или среднего уровня риска подозрительных операций. Если у вас возникают сомнения по поводу деятельности контрагента, следуйте совету ЦБ. Проведите углубленную проверку. Помните, лучше перестраховаться, чем потом искать потерянные деньги с лупой. Также уделяйте повышенное внимание всем транзакциям клиента, ведь, как говорится, дьявол кроется в деталях, и если операции клиента кажутся вам подозрительными, не медлите с их квалификацией. И напоследок, дорогие друзья, помните, просвещенный клиент – ваш лучший союзник. Регулярно разъясняйте им риски, связанные с переводами на сомнительные счета, ведь в информированности и бдительности наша сила. И помните, уважаемые налогоплательщики, налоговая безопасность – это не только ваша забота, но и ваша ответственность. Будьте внимательны и осмотрительны. Ведь налоговая безопасность начинается с каждого из нас. Не забудьте подписаться на наш новостной телеграм-канал «Налоговая балалайка», чтобы всегда быть в курсе последних новостей и полезных советов в мире налогов и финансов. Ведь знание – это сила, а обновленная информация – это двойная сила. Всем успешных финансовых решений и до новых встреч! Ваш Евгений Сивков. Всегда на страже вашей налоговой безопасности. –